Не мешкая, полицейский бросился на помощь. Подбежав к водоему, он увидел на середине озера мальчика, который был по пояс в воде и держался за кромку льда. Я побежал, бросил свою куртку, спустился здесь по берегу. Лед был очень тоненький, он меня не выдерживал. Периодически я на лед грудью напирал, чтобы его поломать. И таким образом я добрался до мальчика, который находился чуть-чуть подальше, посередине озера. Вместе с ним уже, когда он залез мне на шею, чтобы руки держал, вместе с ним мы уже пробрались на тот берег и вылезли. Вытащив мальчика на берег, полицейский осмотрел его и отвез домой. Сейчас ребенок в порядке, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Самое главное, спасибо Боженьке и спасибо дяде Володе, что он спас ему жизнь и возвратил его опять на этот свет Божий.